На заправках Татарстана водители уже встречают табло с новыми ценами. На некоторых АЗС они выросли до 38 рублей 20 копеек за литр самого популярного бензина. Это значит, топливо подорожало больше, чем на 60 копеек. 38,20 за 92 и 40 рублей 90 копеек за 95. Пока рекомендованный потолок, который действует с 21 апреля. Это ответ на обращение представителей АЗС. В правительстве говорят, поставщики просили поднять цены до 41 рубля за литр 92. Если вы, допустим, субъекты сами самостоятельно подняли, тогда у нас мы бы по России заняли по уровню цен первое место. Но мы пришли к такому мнению, что на 95-й можно повысить, наверное, на 60 копеек, 92-й бензин на 80 копеек. Водители признаются, и небольшое повышение бьет по карману. Раньше вот на 500 рублей бензин давали почти 17 литров, а сейчас 12,5. В том году заправлялся на 700 рублей на смену, что сейчас на 1500 на смену. Как тут не заметить? Удалось нам найти старые цены на небольшой частной заправке, но владелец поспешил расстроить, так распродают остатки, а к завтрашнему утру цены выровняют до среднерыночных. Хотя для выгодного бизнеса и этого мало. Но понимают при этом и потребители, сильно цены все же не накручивают. Если у нас есть 3% наценки, это у нас праздник. В среднем где-то 1,5%, 1%. И то есть то, что мы видим, заправки там больше зарабатывают на кофе, вот, чем на бензине, но это факт. Напомним, повысить цены просили даже крупные сети АЗС. Как объясняет глава Республиканской ассоциации, причина в росте закупочных цен. Здесь суть не в Татарстане, не в наших заводах. Это рынок так диктует, российский рынок. Поднялась, если брать 92-й бензин, это 6 тысяч рублей на тонне. То есть за один месяц поднялась на 6 тысяч. Ирик Сулейманов объясняет, крупные оптовики уходят на экспорт, оставляя на внутреннем рынке лишь небольшую долю. А чем меньше товара, тем он дороже. Лина Зинатульевна, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.